Привет, с вами Дигизем. Сегодня предлагаю вам посмотреть тутер на один из моих любимых эффектов в программе Cinema 4D. Можно его негласно назвать эффект Венома по одноименному фильму, где похожий эффект применялся. Не забудьте поставить лайк и оставить свой комментарий под видео, что вдохновит меня на новые свежие туториалы. Итак, если вы готовы, то погнали! Открываем программу Cinema 4D. Создаю примитив сфера. Далее создаю нулевой объект. К нему применяю тег Espresso. Сегодня в основном мы будем работать в редакторе Espresso. В редакторе Espresso нахожу и создаю узел шторм. В редактор также переношу нулевой объект. В нем я создаю настройку глобальная позиция. Далее глобальная матрица. И соединяю ее с направлением эмиттера. Отлично. Количество кадров на таймлайне увеличу до 400. Эмиттер поставлю примерно вот сюда. Так, полетели из него частицы, и дальше будем их настраивать. Время жизни я сделаю такое же, сколько у меня кадров, то есть 400. Скорость поставлю 500. Углы сделаю по 5. И размеры по X и Y сделаю 20. Отлично. Теперь движение частиц мы упорядочили. Видно, что они проходят сквозь сферу и не видят препятствия. Сейчас мы это исправим. Далее захожу в настройки частиц. И создаю две группы. Цвет частицы можно придать любой, который вам больше нравится. Далее в редакторе создаю узел группы. Переношу в нее первую группу. И соединяю с узлом шторм с настройкой родившейся частицы. Теперь создаю узел самодинамики. Также переношу в нее первую группу частиц. Создаю узел дефлектор, чтобы привязывать к нему объекты. Соединяюсь с группой. И дальше в строку объект переношу сферу. Смотрим, что получилось. И теперь мы видим, что частицы отталкиваются от нашей сферы. То есть они теперь видят препятствия. Так, цвет неудачный взял. Сейчас его немножко сделаем посветлее. Отскок убираем, потому что нам не нужно, чтобы частицы наши отскакивали от сферы. Нам нужно, чтобы они расползались по всей сфере, по поверхности всей сферы. В данный момент сейчас они у нас прилипают.
Дальше создаю узел. Поместить данные. Привязываю редактор группы. Далее создаю узел читать данные. Связываю ее с самодинамикой второй группы. Добавляю настройку позиция. И также создаю узел сближения динамики. Теперь в строку объект переношу объект сфера. И режим оставляю форма. Теперь соединяю позицию с точкой.
позицию с позицией. И закончу привязкой группы с частицами. Супер. Заранее сделаю дубликат этих трех узлов. Объекту сферы придам тег симуляции твердое тело. Ставлю не использовать. Отлично. И теперь мы видим, что частицы движутся по поверхности сферы. Неплохо. Создам еще один нулевой объект. Это будет еще один наш эмиттер, правление частиц которых будет с другой стороны сферы. Вот для этого я уже продублировал вот эти три узла. Это будут как раз настройки второго эмиттера. Удалю отсюда настройки первого и помещу сюда второй. Ну, в данном случае он третий. Ветер я не считаю. Поставляю здесь глобальные позиции, глобальная матрица. Также соединяю с узлом шторм. Отлично. Теперь передвину эмиттер. Поставлю его где-нибудь здесь, чтобы наши частицы двигались на сферу с разных сторон. Вы можете создавать этих эмиттеров сколько угодно. Можно один оставить.
Сейчас он достаточно распространенный эффект. Очень большое применение этот эффект имеет как в анимации, так и в кино. Эй, Паркер! О боже, Эдди! О, паучьи лапы так и чешутся! Давайте для красоты придадим им какие-нибудь материалы. Для наших частиц я сделал вот такой материал. Также сделаю материал для сферы. Ну, свечение здесь хотите ставьте, хотите не ставьте. Я сейчас вообще делаю абсолютно произвольный материал. Создам ему даже рельеф. Окей. Очень неплохо смотрится. На мой взгляд, интересный эффект, который можно применять в различных анимационных проектах. А на сегодня это все. Если тебе видео понравилось, обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Впереди тебя еще ждет очень много чего интересного. Всем удачи и пока!